Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Итак, сегодня мы продолжаем обсуждать Бхагавад-гиту, как она есть. Сейчас мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, как она есть. Карма-йога, глава называется, 3 глава, 23 стих. Прочтем санскрит сначала. Ядхих яхам навартеям джатукарманья атандритах мама вартману вартанте манушьях партха сарвашаха. Пословный перевод. Яди, если. Хи, безусловно, ахам, я, на, не, вартеям, стану. Так. Джату, когда-либо, кармани, в предписанных обязанностях, агандритаха, усердный, мама, мой, вартма, путь, анувартанте, принимают. Манушьях – люди, партха – о сын Притхи, сарвашаха – во всех отношениях. Итак, перевод. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Комментарий. Комментарии его божественной милости Абхай Чарнаравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Чтобы в обществе царили мир и порядок, необходимый для духовного совершенствования людей, существуют семейные традиции, следовать которым должен каждый цивилизованный человек. Хотя эти правила предназначены для обусловленных душ, а не для Господа Кришны, он также следовал им, поскольку пришел в материальный мир, для того, чтобы восстановить устои религии. Если бы Господь пренебрегал этими правилами, обыкновенные люди последовали бы Его примеру, ибо для них Он – величайший авторитет. Из Шримад-Бхагавата мы узнаем, что и дома, и на людях Господь Кришна следовал всем религиозным предписаниям, как подобает семейному человеку. Прочтем еще раз стих. «Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности у партха, люди, несомненно, последуют моему примеру». Стих продолжает как бы череду предыдущих стихов, где Кришна говорит о необходимости выполнять долг. Предыдущий я для связки прочту. Здесь он говорит: «О сын Притхи, во всех трех мирах нет никого, нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь. И все же я всегда выполняю свой долг». И дальше вот как раз Кришна объясняет, почему он продолжает выполнять долг всегда. Давайте прочтем благоприятные молитвы и попробуем разобрать этот стих, подискутируем. Вот. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале Своям рупам кадамахьям дадати сва падантикам
Ванча калпа тарупьяща крипа синдубья эвача патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гур Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатяде Шатарине. Итак, значит, Денис, если что, вы пишите тогда, я буду видеть чат, если какие-то вопросы возникают по ходу чат, а потом позже я перейду на другой звук, мы с вами что-то обсудим. Итак, ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Мы говорили уже о том, что первый момент, мы должны очень внимательно выбирать тех, за кем мы следуем. Это первый момент. И здесь мы должны четко давать или принимать на себя ответственность, что мы придем туда, куда нас поведут. Такова природа человека, он всегда следует за сильным, сильным, красивым и так далее. Здесь в Бхагавадгите часто говорится, не Кришна сказала, а Вьясадева упоминает, говорит, Бхагаван Увача, Бхагаван Увача. Бхагаван, ну, Увача это сказал, Бхагаван это значит верховный бог или Бхагаван, обладатель шести достояний. В соответствии с определением Парашарамуни, это значит, если мы найдем того, кто самый-самый богатый, самый-самый красивый, самый влиятельный, самый знаменитый, самый сильный, и при этом еще самый отреченный, вот того, такую личность можно назвать Богом. И вопрос о том, кто определяет, да, когда вот, Бог не сходит в этот мир, потому что есть такое, знаете, заблуждение о том, что Бог, у него есть один сын всего, да, и этого сына он посылает один раз, в одно место, и, собственно говоря, все. Однажды я спросил у одного пятидесятника, я задал ему вопрос, вот по поводу этого мы дискутировали как раз, я задал ему вопрос. Как ты считаешь, в этом космическом проявлении все ли планеты являются необитаемыми, только Земля является обитаемым? Как ты считаешь? Во всей этой бесконечной Вселенной вообще, в чем промысел Божий, да? Если ты человек верующий, ответь мне, пожалуйста. Зачем Господь создал столько космического мусора? Для того, чтобы просто вот нам, так сказать, существовать и чувствовать себя пупами Вселенной? Как ты считаешь? И он сказал, что да, с точки зрения здравого смысла, конечно же, где-то должна быть еще жизнь. И тогда я ему задал следующий вопрос. А как ты считаешь, если где-то еще есть жизнь, посылает ли туда Господь своего Сына? И тогда он оказался в логическом тупике. Потому что если он скажет, что да, посылает, если он скажет, что не посылает, тогда что же это за милость Бога тогда? Что же это за милостивый Господь, который по какой-то привилегии посылает своего сына или своих пророков, или нисходит сам только в одно место? Но с другой стороны, если он посылает и на другие планеты, то в чем проблема? Почему он не может послать своего сына не только в одно место и не только в одно время? Поэтому вот это ограничение, искусственное ограничение представления о Боге, оно ошибочно. Бог, он ничем не ограничен, поэтому говорится, что его экспансии, эманации, его аватары, они как волны в океане, им нет счета, им нет конца. В Бхагаватам описаны только немногие. Причем Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, вот который по утрам мы также обсуждаем каждое утро, там описаны, ну, как бы основные воплощения Бога и для этой вселенной. Именно в этой вселенной. Но полный Шримад Бхагаватам, он описывает все воплощения Бога во всех видах живых существ этой вселенной и также других вселенных. Это Бхагаватам считается вселенские хроники. Там описываются
самые исторические события, которые зафиксированы вот именно вот в таких, так сказать, рассказах мудрецов, пуранической традиции, но о которых мы, может быть, не найдем упоминания в СМИ или в энциклопедиях, потому что тогда не было ни СМИ, ни энциклопедии в те времена еще, когда все это передавалось с помощью других технологий, потому что в Бхагаватам, например, описывается, как мудрецы наблюдали, например, то или иное воплощение, как они могли описывать. Точно так же, как, например, вот Бхагавадгиту рассказывает Вьяса. Вьяса рассказывает ее, каким образом, ой, не Вьяса, а ученик Вьясы, да, Санджая. Санджая рассказывает Бхагавадгиту и рассказывает ее просто в виде из сердца. Его духовный учитель наделил своего ученика таким, вот, таким, с такой способностью мистической. И вот он рассказывает таким образом. То есть были, очевидно, другие технологии. Например, в лесу на Мишаране присутствовало 64 тысячи мудрецов, но каким-то образом непонятным, да, для нас, для современного человека непонятно, все эти мудрецы, они слышали Бхагаватам. По большому счету, даже вот 2000 лет назад, когда Иисус проповедовал, да, в общем-то, не было сложностей, 5000 человек, они могли услышать проповедь его. Говорится, что его, он садился в лодку, лодка отплывала на середину там, вот водоема или озера какого-то. И оттуда Иисус, он вещал, и по воде этот звук очень хорошо распространялся. Ну, так или иначе, у нас есть такие не совсем как бы правильное понимание, да, такое урезанное понимание, кто такой Бог, кто такой Бхагаван. Мы ограничиваем его одним, да, и считается, что если он сошел с его небесного трона, то кто же там остался, если он пришел в этот мир? Вот. Но веды описывают множество инкарнаций, множество воплощений Бога, им нет числа. Вот. И мы говорили вчера о том, что представление ученых, да, что даже с точки зрения эволюции они должны признать наличие высшего живого существа, который хотя бы с точки зрения эволюционального цикла эволюции превосходит нас во много раз. Вот, даже с этой точки зрения. Вот. Но и если мы не отказываем как бы возможности каким-то инопланетянам, пришельцам прилетать на наши планеты, да, и даже там с других каких-то измерений. Хотя, кстати, веды говорят о том, что только в этой вселенной есть 64 измерения, у каждого измерения 64 подизмерения. Поэтому можете себе представить, сколько параллельных миров существует. Но это вот веды, да, мы сейчас опираемся на авторитет вед. Так или иначе, но ученые, видите, они нам дают какие-то геометрические фигуры с точки зрения трехмерного пространства, четырехмерного пространства, уже пятимерного пространства, семимерного пространства и так далее. Поэтому, в общем-то, сами ученые, они допускают все эти существования и даже моделируют это пространство. Да? Поэтому что уж говорить. Поэтому, если мы не отказываем в возможности сойти в этот мир более высшим живым существам, гуманоидам и так далее, да, то почему мы отказываем в возможности проявить здесь себя, свои лилы, свои игры, качества, деяния Верховному Творцу? Поэтому, очевидно, все эти воплощения, они описываются, они должны быть где-то описаны, и этот материал, это Шримад Бхагаватам, это древние арийские манускрипты, индоарийские манускрипты, тогда арийские, точнее, манускрипты, которые описывают какие-то основные воплощения Бога. И 5000 лет назад, когда Бог являлся как Сваям Бхагаван, так описывается в ведах, утверждается. Сваям Бхагаван – это значит сам Бог в своей изначальной форме. Вот форма Кришны описывается, вот именно двурукая форма. И все священные писания, не только ведической традиции, но и других традиций, аврамических традиций, подтверждают, что человек создан по образу и подобию, Бога. И здесь мы видим как раз именно живое существо, которое врука, да, Кришна, у него две руки, не четыре, как на планетах Вайкунтха, две руки. И Арджуни, он как раз говорит, медитируй на мой изначальный образ, на мой образ, вот этот образ, который сейчас перед тобой. Вот, таким образом,
мы, так сказать, может возникнуть вопрос, а хорошо, Бог инкарнации нисходит сюда, окей, а как подтвердить, что вот именно та или иная личность является аватарой? Как можно определить это? Как можно подтвердить? Есть определенные дефиниции, есть критерии, и Священное Писание дают эти критерии. Ну, во-первых, это отличительные знаки на стопах и на руках, раз. Это первый момент, ну, самый, как бы, самый простой. Второе, конечно же, это то, что сами шастры, Священное Писание, они описывают явление Бога в этом мире. И если кто-то сейчас, мода, особенно в Индии, а сейчас уже из Индии перекинулось и сюда, даже в России есть те, кто объявляют себя Богом, да. Вот это каждый, что не Муни, то уже Бог, он, да, то аватар. Аватар, такой-то аватар, сякой аватар, и просто повсюду боги ходят, да. Вот. Но есть определение в шастрах. Шастры дают полное описание качеств Бога, и более того, они описывают место явления Бога, они описывают родителей, у которых он родится, они описывают имена, то есть под каким именем он придет. Бог, он как бы, знаете, это не как в анекдоте, когда идут три человека, значит, один говорит, я посланец Бога, а другой говорит, нет, я посланник Бога, я посланник Бога. И это они спорят, я посланник Бога. А тот, который посередине, он шел и говорит, слушайте, ну прекратите этот спор, никого я не посылал, понимаете? И вот этот менталитет, да, сейчас вот особенно те, кто сейчас съездили в Индию, заразились вот этой философией майявады, вот и начинают, я Бог. Когда Бхактиданта Свами Прабхупада приехал в Америку, уж в Америке, можете себе представить, в Америке, там столько он богов этих увидел. Вот это тлетворное влияние, говорим, Запада, а тут тлетворное влияние майявады, направление, как бы философское направление, которое пришло из Индии. Так. Вот, поэтому он был просто в шоке, он был поражен, сколько, как много богов. И вот эта вот идея Даридра Нарайны, то есть нищего бога, то есть все есть бог и так далее, он очень сильно разбивал это. Что ж такое, бог свинья тогда, бог собака, бог там кошка и так далее. Нет, это все не так. Есть очень четко, если бог приходит как рыба, матсья аватара, да, то это описано в Шримад Бхагаватам. Если он приходит как черепаха, окей, здорово, хорошо, классно. Такие игры он, так сказать, проводит, да, в этом образе, удивительный, пахтание молочного океана. Значит, это курма аватара. Когда он приходит как получеловек, полулев, нарисимха аватара, это все описывается в Шримад Бхагаватам. Все эти воплощения, они описываются в шастрах, они предрекают, как бы, они, более того, даже если есть скрытые аватары, такая аватара, как Господь Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, скрытые аватары, чан-аватары, да, то есть они не описаны в шастрах. Но есть квалифицированные мудрецы, которые могут определить. И вот Арджуна как раз говорит Кришне, а он говорит, я слышал, Кришна открывает ему себя, да, он говорит, вот я Верховный Господь, я абсолютная истина, парам брама. Вот, и он говорит, что, слушай, я слышал это от великих мудрецов, от Аситы, в Ясадевы и других, но теперь ты сам открываешь мне эту тайну. И Бог, чтобы, так сказать, нам понять, кто является Богом, кто не является Богом, да, он должен проявить, ну, как минимум, несколько вещей. Да? То есть, первое, он должен так же, как Арджуне, показать свою вселенскую форму, раз, да, вселенскую форму. А если он может, пожалуйста. На одной из лекций Александра Хакимова одна женщина сказала, что вы тут все говорите ерунду, слушайте меня, я Бог. Женщина, представляете, она говорит, я Бог. И Александр Геннадьевич сказал, я сейчас сниму тапок, подойду к вам и ударю вам по голове. А если вы Бог, пожалуйста, попробуйте меня остановить. Вот, вот так. И то есть он направился к ней с тапком. Женщина, конечно же, не смогла его никак, никоим образом остановить. И он так очень любя, очень нежно так прикоснулся своим тапком ей до головы. В общем, благословил ее таким образом. Вот. Суть в том, что мы должны понять, почему мы говорим о том, что бы ни делала великая личность, остальные следуют ее примеру. Какие бы правила ни устанавливала она, весь мир будет следовать им.
Если кто-то объявляет себя аватаром, то есть большое искушение отправиться за этим Богом вслед, стать таким же, как он, стать его последователем. Но есть определение. Бхагаван Парашараму не говорит, это тот, кто самый богатый, самый красивый, самый всеславный, самый могущественный, самый красивый, самый богатый, самый сильный, самый знатный, как бы прославленный, самый могущественный и самый отреченный. Самый отреченный. При этом еще. Шестое качество должно быть основное. Самый отреченный. И Кришна, когда являлся 5000 лет назад, то есть сам, как своим богом, в своей изначальной форме являлся, он проявил все эти шесть достояний в полном объеме. В полном объеме. Итак, что это как бы такая прелюдия, да, предыстория для того, чтобы мы могли опираться на чем-то. То есть сейчас Кришна говорит, мы обсуждаем Бхагавад-гита, песнь Бога. Песнь Бога, почему это он Бог? А почему Кришна Бог, простите вообще? Что это такое? Вот он говорит, а почему он Бог? Что значит? Ну, даже мы не будем сейчас говорить о том, что Кришна переводится как Кришна привлекает всех, тот, кто привлекает всех. Кришна привлекающий, все привлекающие, привлекает всех. И в принципе, как Прабхупада говорил, что если говорить об имени Бога, то это самое подходящее для него имя. Однажды один распространитель книг Шрилы Прабхупады, он общался с одним мусульманином благочестивым, он спросил, вот у Аллаха 99 имен, скажите, а есть ли среди них такое имя, как всепривлекающий? И благочестивый мусульманин, он подумав, сказал, он, возможно, не знал всех имен, но он сказал, что да, Аллах всепривлекающий. Поэтому не может такого быть, чтобы у него не было такого имени. Наверняка есть такое имя. И тогда этот преданный сказал, что да, вот на санскрите всепривлекающий звучит как Кришна. Кришна. И вот эта книга о Кришне, если хотите, вы можете взять, почитать ее. Поэтому это во-первых. И второй момент. Мы, как мы говорили, да, должны быть шастры, которые описывают явление и деяния Господа. И третий, Бхагаватам как раз описывает это. И третий, Бхавишья Пурана также, да, который предсказывает будущее, описывает это. И третий, знаки, да, знаки, отличительные знаки на стопах и на руках. В 10-й песне Шримад Бхагаватам описывается как раз, когда Кришна, как он ступал по деревенским стопам, как по этим стопам могли определить, куда пошел Кришна, потому что на них отпечатывались благоприятные знаки. Ну и, конечно же, великие мудрецы, у них есть видение, они узрели истину, они знают все эти критерии, они определяют, да, что он является Бхагаваном, кто является Бхагаваном. Итак, Кришна, когда явился, он проявил, 5000 лет назад, он проявил все эти качества в полной мере. И он был самым богатым. Самым богатым у него было 16 108 жен. Можете себе представить, описывается в Бхагаватам. Причем все они жили, у каждой был свой дворец. Вот, и в каждом дворце он лично пребывал с каждой. Однажды Нарада Муни. Он решил посмотреть, а как это интересно, как это Кришна умудряется, у него 16 108 жен, как он вообще с ними справляется, непонятно, как вообще он, вот столько семей, тут с одной ты не знаешь, как справиться, да, с женой, с одной семьей, а тут 16 108 жен, и у каждой же дворец, да, конечно, может быть, какие-нибудь падишахи они имели такое количество наложниц, но был ли у них у каждой дворец, и даже если предположить, что у каждой из них был дворец. Мог ли этот падишах одновременно с каждой из них находиться? Скорее всего, нет. История умалчивает. Но вот Бхагаватам описывает Кришну. И Нарада тому свидетель, мудрец Нарада, он однажды решил посмотреть, как же Кришна в Двараке, причем по поводу Двараки, или кто-то, если говорит, что это все знаете, это вымыслы набожных кришнаитов, там, или Гауди Вайшнавов, или еще что-то. Да нет, наберите просто Дварака. Ну, видите, Дварака, ученые Дварака или еще что-то. Ученые много лет назад уже обнаружили Двараку. В Бхагаватам описывается, что она ушла под воду. Когда Кришна ушел с этой планеты, Двараку затопило сразу. Сразу затопило, она ушла. До этого ушли Ядовы, вся династия ушла.
Там целая история, в 10-й песне мы Бхагаватам, если когда-нибудь мы будем изучать Бхагаватам и дойдем до 10-й песни, вот по утрам, можно описать это. Можно, конечно, не ждать, можно начать читать самим, но не с 10-й песни, начиная с 1-й. Мы пропустили, не пропустили, а вот был хороший марафон, уже прошел он. Пропустили в том смысле, что не у всех была удача прочесть за 7 дней весь Бхагаватам. Вот, но, тем не менее, все эти записи сохранились, можно слушать, смотреть, видеть их и так далее. Но вот в 10-й песне Бхагаватам там описывается уход, вот этот славный или с точки зрения внешний, может быть, бесславный даже уход, ну, в общем, сворачивание игр Господа, да, Кришны, как он быстро это все свернул удивительным образом. Но, поэтому Дварака ее затопила. И сейчас вот в этом в Индийском океане есть город, который, очевидно, является Дваракой. Это именно той Дваракой, описанной Шримад-Бхагаватам, который 5000 лет назад был затоплен океаном, поглощен океаном. Поэтому это не сказки, это не россказни, это все исторические научные факты. Так вот, Нарада Муни, он решил посмотреть, как же Кришна управляется с этим, так, с таким количеством жен. Можете себе представить? И здесь как раз вот мы выходим на тот уровень, а пустые слова это или нет? Кришна говорит, я должен исполнять долг. Здесь речь идет, да, Шрила Прабхупада в комментарии говорит, чтобы в обществе царил мир и порядок, необходимо для духовного совершенствования людей, существуют семейные традиции. Семейные традиции, следовать которым должен каждый цивилизованный человек. Хотя эти правила предназначены для обусловленных душ, а не для Господа Кришны, он также следовал им, поскольку пришел в материальный мир для того, чтобы восстановить устои религии. Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, я, о потомок Бхараты, из века в век выхожу, прихожу в этот мир для того, чтобы восстановить принципы религии и покарать грешников, поддержать, как бы защитить праведников и покарать грешников. Так как можно восстанавливать принципы религии, там, семейные традиции, еще что-то, не следуя этим традициям самому? Так вот, Нарада, он пошел, стал обходить дворец за дворцом. Дворец за дворцом он стал обходить. И что он увидел? Он увидел, что в одном месте Кришна играет с детьми. В другом месте нежно, посадив на колени жену, беседует с ним. В третьем он принимает каких-то важных военачальников, полководцев, обсуждает какую-то стратегию развития, еще что-то. В четвертом он в зале собраний на троне и слушает министров. В пятом там, проводит огненные жертвоприношения, обряды и так далее и тому подобное. То есть все, что предписано домохозяину, он совершал. И Нарада был просто в шоке, можете себе представить. Каждый раз он заходит в разные дворцы и видит там Кришну. И Кришна его встречает. Он говорит, как первый раз, как будто он с ним не виделся. Да? То есть, Нарада, пожалуйста, приходи. Там, сажает его на место, омывает стопы и так далее, на почетное место. Вот таким образом Нарада нам подтверждает. Подтверждает как бы, то, что Кришна в полной мере следовал своим обязанностям. Или Шрила Прабхупада здесь упоминает битву на поле Курукшетра. Долг кшатрия сражаться, долг царя сражаться, долг, в данном случае Кришны как аватары, восстановить справедливость в этом мире. И он принимает положение Арджуны, принимает положение колесничего Арджуны и становится его колесничим. Дал обет не участвовать в войне, потому что это было бы не совсем справедливо. Даже с этой точки зрения, смотрите, он выдерживает статус-кво определенный. Была армия Дурьотханы, была армия Арджуны. И каждый, конечно, две стороны хотели, чтобы Кришна в том или ином качестве принял участие на их стороне. Но Дурьотхана, у него, соответственно, была идея получить армию Кришны. И однажды он пришел к нему на встречу и увидел, что Кришна отдыхает. Кришна отдыхает, он пришел первый, и он для того, чтобы быть ближе к Кришне, как бы, да, когда он проснется, чтобы первый, чтобы никто его, так сказать, не опередил, он сел прямо возле головы Кришны, рядышком. Кришна отдыхал на своем ложе. Вот. Следом пришел Арджуна, и Арджуна, как истинный преданный, он встал возле стоп Кришны и стал ждать, пока Кришна проснется. Поэтому Кришна, когда он проснулся, первым он увидел Арджуну. Он увидел Арджуну и сказал, Арджуна, привет, для чего ты пришел, расскажи. Но Дурьотхана сказал, нет, я первый пришел, поэтому выслушай первый меня.
Ага, хорошо. Ну, давай я выслушаю первым тебя. И Дуридхана сказал: Кришна, я хотел попросить тебя участвовать в этой битве на моей стороне, со своей армией. Кришна подумал и сказал: ты знаешь, какая-то дилемма есть. С одной стороны, ты пришел первый, поэтому я должен выполнить твое желание первым. С другой стороны, Арджуна – это тот, кого я увидел первым, поэтому я должен выполнить его желание первым. Но давай поступим следующим образом. Поскольку вы оба пришли ко мне, я должен вам каждому что-то дать. Вы можете выбрать либо меня, либо мою армию. На одной стороне будет армия моя, а там армия ядовов, это вы даже не представляете, что это за армия была. Это самая сильнейшая армия была. Там, ну представьте, у одного Кришны было 16 108 жен, от каждого было по 10 детей, и у каждого ребенка было еще по 10 детей. Это только вот, ну что называется, самые ближайшие родственники, да, не говоря уже о других кланах и так далее. Это была самая многочисленная армия у Кришны. Никто не мог победить его. И представьте, что такое получить армию Кришны. Это же мечта просто. Дуридхана, у него глаза загорелись просто. Глаза загорелись. И он сказал: кто-то может получить меня, или мою армию. Дуридхана, поскольку ты пришел первым, то я даю тебе право выбора. И Арджуна, он просто начал молиться: Харе Кришна, 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 Харе Харе. Ну или может быть по-другому как-то, я не знаю. Но так или иначе, он стал просто вот замер. Он подумал: если сейчас Дуридхана выберет Кришну, все пропало. И все пропало не потому, что, то есть казалось бы, нужно армию хотеть, потому что Кришна был его другом, и Арджуна хотел, чтобы Кришна был лично с ним. Ему не нужна была армия. И Дуридхана, конечно же, выбрал армию. Арджуна выдохнул и сказал: Кришна, ну тогда мне ничего не остается. Ты идешь ко мне. И Кришна, более того, поскольку у него была дилемма. Баларама, вы знаете, да, Баларама, его брат и сама Верховная Личность Бога, его первая экспансия Кришны, он не хотел принимать участие в этой войне по двум причинам. Ну или по одной, точнее даже, да. Эта причина заключалась в том, что на стороне Кауравов он не мог принимать участие с Дурьотханой, потому что на другой стороне были пандавы, ну и уважаемые тоже им люди. И как бы истина была, по большому счету, на той стороне. Но на стороне пандавов он не мог принять участие, потому что Дурьотхана был его лучшим другом, можно сказать. Лучшим другом и лучшим учеником. Интересно, да? Как ни странно. Баларама, Верховная Личность Бога, а проявление Кали – его лучший друг. Вот интересно. Вот такие игры Господа. А так или иначе, это был формальным поводом отказаться Баларами от сражения, и он отправился в паломничество. И он попросил Кришну также не участвовать в сражении, поэтому Кришна, он, так сказать, был, такая дилемма перед ним была. С одной стороны, он отдал свое войско Дуридхане, с другой стороны, если он не будет участвовать на стороне Арджуны, то он нарушит свое слово. Поэтому Кришна сказал: воевать я не буду, то есть я даю обет, я не буду брать оружие, но я смогу участвовать в войне в качестве его колесничего. Если устраивает, то все нормально. И вот Кришна так стал колесничим Арджуны. Партха Саратхи, друг или колесничий Арджуны. Партха Саратхи переводится как колесничий Арджуны. Таким образом, Кришна говорит здесь, что что бы я ни сделал, если я откажусь от выполнения своего долга, остальные люди последуют этому примеру. Что говорить? Есть такой феномен, ученые это глубоко исследовали, это психологический феномен. Если, например, вы будете проходить мимо какого-то нежилого здания, вы можете раз проходить, два проходить, и если вы увидите, что кто-то там разбил стекло, то дальше это нежилое здание начинает очень быстро превращаться в очень нежилое здание, то есть начинают бить стекла, рисовать на них и так далее. В метро, в Америке, метро очень большие проблемы были.
И именно вот из-за этого, то есть кто-то там рисовал, убегал, их не преследовали, и это вызывало такую реакцию, дурную реакцию, да, то есть такая вера из толпы называется, на санскрите называется лаукика шрадха, да, вера из толпы. Один кричит, бей его, и остальные бегут и бьют. Или один начинает что-то делать, да, провокатор, и остальные начинают делать то же самое, да, как бы дается карт-бланш на выполнение этого долга, потому что всегда можно будет сказать, а я не первый начал. Нет, это он, это все он, я просто вот, ну как бы, да, это он. То есть нам всегда нужно следовать за кем-то, нам нужно следовать за кем-то, и вот эти, так сказать, социальное программирование, оно как раз на этом все построено, то есть, как есть фильм такой, да, как собака крутит хвостом, хвост крутит собакой, да, или что-то в этом роде, это о социальном программировании, потому что, да, мы выйдем и поддержим все акции. Нам скажут, Земля круглая, очень хорошо. Если нам завтра признаются, что Земля плоская, мы и это примем. И главное, чтобы большинство приняли это, понимаете? Вот. И мы будем всегда за кем-то следовать. Всегда. Это будет деструктивно или конструктивно. Это психологический феномен. И только благодаря там, одному из новых руководителей вот, андеграунда этого, да, метро американского, который, знаете, он что сделал? Он сделал очень интересную вещь. Каждый раз в конце вечера все вагоны, которые были списаны, они там каждый день они писали, знаете, вот эти, как их, которые граффити, да, изрисовывали, граффити. Каждый день он давал распоряжение красить их заново. Это было сложно, но их красили. И когда на следующее утро составы выходили чистые, красивенькие, новые, то есть это продолжалось 2-3 дня, потом полицейские стали отлавливать еще. Очень серьезно включились. И буквально за месяц изжили вот этот вот, вот эту беду, которая длилась годами просто, да, вот этот ужасный, ну, в некоторых фильмах еще можно видеть старых, вот, это, вот эти исписанные американские вот андеграунд, там вообще просто все. То же самое происходит везде, да, одно разбитое стекло, все, и дальше через 2 дня все разбитые стекла. Машина какая-нибудь стоит на обочине, да, стоит, долго стоит. Как только кто-то увидит, что там снимают колесо, о, это очень быстро произойдет, очень быстро разберут по частям. Лаукика шрадха такая, да, то есть как бы дается карт-бланш. Вот кто-то первый делает из толпы, и дальше эта вера из толпы идет. Так вот, что уже говорить о Кришне, потому что Кришна – верховная личность Бога, и даже многие, насмехаясь над ним, да, они понимали, что дай нам только повод, давай мы посмотрим, как ты следуешь дхарме своей, как ты следуешь долгу. Поэтому Кришна, он начинает эту войну. Начинает эту войну, несмотря на это, на то, что он попытался предотвратить эту войну. Да, и настраивал пандавов на то, чтобы использовать все методы, или все так сказать, способы прекратить эту, вернее, не начинать эту войну. Но когда война началась, ну, Кришна, соответственно, стал исполнять роль колесничего Арджуны. Конечно же, есть определенные нюансы и тонкости. Вы, поскольку, может быть, не еще, так сказать, не во всех тонкостях знакомы с Махабхаратой, очень советую посмотреть этот сериал, если не смотрели. Это поразительная вещь. 13-й год Махабхарата. То кто-то из вас мог бы задать мне вопрос. Подождите. Но не Кришна ли был той личностью, который подошел к Шакуни, да, это вот один из интриганов и таких стратегов Куравов, да, вот этой линии Дуритханы, и сказал ему, что все Кауравы будут уничтожены в результате нарушения дхармы, в результате нарушения долга, и так произошло. Можете сказать, неужели не Кришна был, который говорил Бхиме бить Дурьодхану в сражении ниже пояса, по бедрам? Разве это не Кришна подталкивал нарушить дхарму? Разве это не Кришна сказал Арджуне стрелять в безоружного и Карну, который сошел с колесницы? Да? Если бы, вот, так сказать, мы были специалистами. Это, знаете, как в этом мультике, да, если бы про Гудвина, если бы у меня были мозги, я бы, наверное, поступил бы так-то, так-то, да, а если бы я был храбрым, я бы поступил так-то, так-то. Вот если бы мы смотрели Махабхарту, я как бы сам с собой, да, то я бы задал такой вопрос,
сам себе. Как же так? Здесь Кришна говорит, если я буду нарушать дхарму, все будут следовать во всем, это пример во мне, ну, то есть за мной. Но разве не Кришна просит Бхиму нарушить дхарму? Потом, сначала, вернее, Юдхиштхиру, который ни разу не врал в своей жизни, он говорит, соври, скажи Дроне, что его сын Ашватхама мертв. Разве не Кришна просит Арджуну стрелять в безоружного Карну? Разве не Кришна говорит Бхиме, бей по бедрам? Да? Казалось бы. Как это все соотносится? Если вам это интересно, поговорим об этом завтра. Но сейчас какие-то, может быть, вопросы. Если будете через микрофон говорить, я увижу, отключаете микрофон, и я буду отключать свой микрофон, вытаскивая. Я буду вас тогда слышать. Итак. Есть вопросы? У меня вопрос. А какие знаки на стопах? Вы можете сказать? Так. Мы говорили, что у Кришны знаки на стопах. Да. Да. Давайте так. Вы после этой сессии зайдете в Google или в интернет и наберете знаки на стопах Кришны. И вы гораздо интереснее будет. Вы увидите все. Там и стрекала погонщика, и булава, и лотос, и чакра, и еще что-то. Но вы это все посмотрите, в каком расположении все это вот находится, это будет гораздо интереснее. Хорошо, спасибо. Да. Ага. Еще, может быть, Денис, у вас какие-то вопросы, дополнения? Можем продолжить обсуждение уже в таком формате легком. Пока вопросов, наверное, нет. Пока надо переварить услышанное. А меня слышно? Да, слышно. У меня возник вопрос насчет, там вот упоминалось про семейные какие-то традиции, которые там нужно соблюдать. Я так понял, они в основном и религиозные тоже, да? Да. А вот что там именно-то за традиции, ну, примерно? Хороший вопрос. Я вот поражаюсь, Денис, какой вы внимательный слушатель. Очень хороший вопрос, потому что я умышленно не стал сконцентрироваться на семейных традициях. Да, если помните, в начале Бхагавад-гиты, сейчас я отключу звук, который... Если вы помните, в начале Бхагавад-гиты Арджуна, он как раз в качестве аргумента того, что вот он не хочет сражаться, он и приводит вот этот аргумент, да, что в результате, если мы, как сказать, уничтожим старших, в результате этого семейные традиции будут нарушены, как бы, да, мы совершим грех. Если мы совершим грех, то... Да, тем самым совершим грех. Если мы убьем старших, женщины останутся без покровительства. Без покровительства, без защиты женщины начнут деградировать. Если они будут деградировать, то родится в этот мир варна-санкара, нежелательное потомство. Нежелательное потомство не сможет приносить пинту предкам, да, то есть они смогут совершать вот эти ритуалы предкам, и все таким образом придет в упадок. Мы станем тогда вся цивилизация покатится в ад. Вот так Арджуна размышлял, да? То есть какие же семейные традиции? Здесь прежде всего завтра утром, кстати говоря, мы будем говорить об этом на Шримад-Бхагаватам, поэтому приходите в 8, в Zoom тоже вот сюда, и трансляция также будет в 8 часов. Там как раз мы немножко поговорим об этом. Что такое семейные традиции? Прежде всего это защита женщин. Да? Женщина, говорится, всегда должна быть под защитой. Когда она юная, молодая, до замужества, она под защитой отца находится. Когда она выходит замуж, она под защитой мужа. Позже, если муж, как правило, мужья в силу определенных, так сказать, причин, не будем их, так сказать, озвучивать или предполагать, они уходят раньше из этого мира. Женщина, если остается без защиты, то, собственно говоря, тогда она идет под защиту своего сына, да, либо старшего родственника, ну, сына, как правило. То есть женщина должна быть всегда под защитой, это первый момент.
Второй момент. Дети должны быть всегда под защитой. Это вот тоже традиция. Какова, ну, это долгая история, как, каким образом защищаются дети. Вот, а там есть несколько видов насилия, да, и вот, вплоть до эмоционального насилия, психологического насилия, не говоря уже о физическом насилии и так далее. Они тоже защищаются. При этом вы можете сказать, извините, но там, так сказать, вот если взять Индию, там с палкой они, в общем-то, да, говорится, что сына, нет, палку пожалел, сына потерял. Да, ничего себе защита, вот это как раз тоже защита, да. Причем там, как правило, палку используют, ну просто вот ее держат, ее вот часто, то ее так, то есть палкой не очень бьют, просто она как бы для этого такого тык-тык немножко. Вот, это первое. Третье — это защита стариков. Там нет пенсии. Вы знаете, что в Индии до сих пор нет пенсии вообще. Государство не платит пенсии. Ну нет такого пенсии. Только у нас пенсии. Только у нас родители отправляют в дом престарелых там или куда-то на курорт престарелых или еще куда-то. Неважно, как это называется. Вот. Но в Индии нету, нет пенсии. Вот поразительная вещь. Почему? Потому что там еще есть вот эти осколки дармы, да, варнашрама дармы еще, вот эти осколки существуют. И там дети заботятся о родителях. Прежде чем ребенок просыпается и выражает почтение солнцу, он подходит к родителям и касается их стоп. Мои дети, два старших сына, они учились в международной школе в Индии, в Вриндаване, интернациональная школа от колледжа, ой, от Кембриджа. Они учились там, и когда я привез их и оставлял их уже там, то индийский вот, юноша, который принимал их, как бы, да, оформлял документы, он сказал: пришло время прощаться, коснитесь стоп вашего отца, и пусть отец идет. Вот, для них, то есть они не поняли, ну, что он попросил их сделать, потому что он это на английском языке сказал достаточно быстро, с индийским акцентом. Я понял, что он сказал, но я не стал переводить, потому что у нас нет таких традиций. Вы можете себе представить, у нас нет таких традиций. Но даже в ближайшем зарубежье есть такие традиции. В Таджикистане там еще что-то. Мы однажды вот с супругой встречали, мы кого-то встречали. Наратам Вилас, по-моему, встречали. Нет, кого-то встречали, не суть важно. Суть в том, что мы увидели, как огромный дядька, у которому лет, наверное, 35 точно, вдруг упал в ноги какой-то женщине, знаете, ну, с характерными золотыми зубами, вот такая она, видно, что мама была. И мы подумали, вот это да, вот это традиция. В Коране говорится, что рай находится у стоп матери, вот это традиция. И этой традиции ведутся извет, ответ. А рай находится у стоп матери, поэтому... Дети раньше, даже на Руси, прежде чем поклониться солнцу, они шли, кланялись родителям, касались их стоп. Вот это семейные традиции. Также семейной традицией является поклонение предкам, ушедшим душам. Да? То есть это у нас, это извратилось до неузнаваемости. Кали, говорится, что Кали, да, век Кали, это демон Кали, его зовут Сатвахарам, он крадет суть, оставляет форму. Вместо того, чтобы подносить предкам вот этот рис, да, это называется пинта рис, который предлагается прежде всего на алтаре, а потом мы делаем кутью, которую непонятно, кто там попробовал еще, там, в каком состоянии приготовил, но тоже даем, но извращенная, да, форма осталась, сути нет. Вместо воды ганги мы ставим стопку, так сказать, водочки, представляете? Вот. Какое благо это будет вообще? То есть принцип поклонения предкам, он заключался в подношении как раз вот тех атрибутов, которые могут помочь им вызволить их из ада. То, что на санскрите сын звучит как путра. Путра — это тот, кто спасает отца от ада. Путра — тот, кто спасает от ада. Но у нас как бы в полном невежестве мы можем приносить какие-то, я не знаю, там, знаете, самые... Ключевые поминальные блюда это просто угрокарма, ужасная карма. Это холодец, да, это блины, которые с яйцами, да, вот, не буду говорить, что такое яйцо, даже особенно неплодотворенное. Вот, как Задорнов шутил на эту тему. После чего многие сатирики перестали есть яйца. Вот. Поэтому. Ну, неоплодотворенная яйцеклетка, я думаю, что все мы знаем, что это такое. Вот. Или еще какой-нибудь там кисель тоже с желатином. Да? Вот. Вот чем поминаются усопшие предки. То есть традиции полностью разрушены. Поклонение предкам — еще один момент.
Защита коров, как ни странно, это тоже семейная традиция. Защита коров, потому что в большинстве своем арийские племена, особенно вот даже не то, что, да, не то, что племена, даже не только те, кто пасли скот, но и даже в царстве было очень много коров. В царстве. Царство, вот, допустим, там постоянно описывается, такой-то царь подарил там столько-то коров браманам, столько-то коров раздал там жрецам и так далее и тому подобное. То есть скотоводство это очень такое сильное направление было. И вот защита коров, это тоже относится к семейным традициям. Вот. Поэтому вот эти моменты, не говоря уже о традициях, связанных с поклонением Богу, да, то есть в центре семьи, арийской семьи, всегда стоял Бог. Даже не было никаких разговоров, всегда в центре стоял Бог. Сам Прабхупада, он описывает, как его отец вообще, он был бизнесмен, да, такой вайшья, и отец его был. Он работал около 4 часов в день. Как начинался его день? С утра он шел в храм, проводил службу, читал благоприятные молитвы, потом шел на работу, вечером приходил, читал священные писания, проводил богослужения, вот фактически домашний алтарь, вот, вот Бог в центре был. До сих пор, если мы приедем, посетим Вриндаван, это небольшая деревня Вриндаван, там около 5000 храмов, представляете? Там, то есть, ну, фактически в каждом доме храм. Сейчас тоже шутят, есть такая шутка, да, как во время самоизоляции сатана ухмыляется и говорит, что я наконец-таки смог закрыть все твои храмы. А Бог сказал, а я наконец-таки смог открыть храм в каждой квартире, в каждом доме. Вот, поэтому вот во Вриндаване это то место, где в каждом доме храм. Это семейная традиция поклонения Богу. Вся жизнь семьи, она строилась вокруг Бога. Вот. Как-то ответил я на ваш вопрос? Да, вполне. И как раз до трансляции я там вам ВКонтакте написал насчет алтаря, ага. То есть чтобы вы мне, ну, дали ему ссылку какую-то, как все это организовать. Ага, хорошо. Вот, я сейчас просто как раз об этом обо всем думаю. А, интересно. О, да. Именно практической составляющей, которую, ну, уже нужно, ну, вносить. Ну, начинать это вносить в жизнь. Да. Чтобы не просто, ага. Не просто слушатель теоретика, а чтобы, да, уже начинать применять на практике. Здорово. Здесь, смотрите, вот вся ценность наших бесед заключается в том, что мы хотим извлечь из Бхагавадгиты практическую пользу, да, практическую пользу. И моя надежда заключается в том, что раз вы до сих пор, ну, как бы присоединяетесь к этим беседам, это означает, что у них есть какая-то практическая польза, потому что каждый стих Бхагавадгиты это не то, что сказано для тех времен, тех людей, это сказано на века, просто сказано на века. Поэтому с точки зрения практического процесса преданного служения, да, сейчас вы имеете в виду, там, чтобы уже поклонение на алтаре, к примеру, там, повторение святых имен, то здесь, конечно, самое важное, с чего начинается, это с звука, звук, чистый звук. То есть первое, что мы должны в свою жизнь привнести, это чистый звук. Чистый звук – это есть 9 процессов преданного служения, да, то есть это вот практики, 9 процессов практики. Причем, практикуя один из них, мы можем достичь совершенства. Это также говорится в Священном Писании Бхагаватам. Например, Прахлада Махарадж, да, этот персонаж, вот этот герой Бхагаватам, он достиг совершенства, просто повторяя, через киртанам, повторяя святое имя. Также памятуя, точнее, Прахлада, памятуя о Боге, о Господе. Шукадева Госвами через повторение. А Махарадж Парикшит, тот, кому было рассказано Шримад Бхагаватам, через слушание. И вот эти три основных процесса, как раз они заключаются, вот помните, мы говорили, в юга-дхарме этого века. То есть дхарма или долг для именно века Кали – это воспевание святого имени. То есть чистый звук. Поэтому если, но алтарь нужен для того, чтобы мы могли развивать отношения с Богом. Говорится, что Бог, он не ограничен ничем. Он может проявиться даже в мертвой материи. Даже в мертвой материи. Но когда он проявляется в мертвой материи, эта материя уже не становится материей, она уже дух.
Подобно тому, как мы смотрим на фотографию любимого человека, мы видим, у нас мы испытываем определенные эмоции, он где-то далеко от нас, мы не можем увидеть, допустим, нет интернета, скайп или еще что-то, но мы смотрим на фотографию. Или вот на то же изображение, я смотрю на вас, вы смотрите на меня, и мы понимаем, вот, это он, да, это он. Подобно этому, для такой как бы портал в духовный мир, порталом в духовный мир для христианской традиции, например, является икона. Это не просто образ. Этот образ не отличен от самого Бога. Потому что в духовном мире имя, образ, качество, окружение и сама личность, они идентичны, они не различаются. А вот для традиции, например, индуизма или, например, в католицизме, там трехмерное изображение Бога уже, да? Поэтому, когда говорят, что идолопоклонничество – это не когда поклоняются божеству, а когда поклоняются неавторитетному божеству. Например, помните эту историю с золотым тельцом? Почему Моисей очень жестоко наказал фактически, да, вот, отступников? Потому что они стали поклоняться золотому тельцу. Вот это идолопоклонничество. Нет такого образа. Он не описан ни в Библии, нигде, ни в Ветхом Завете, ни в Ведах. Нет такого образа. Они сами придумали этот образ и стали ему поклоняться. Это отступничество. Это просто, ну, это оскорбление Бога. И тогда Моисей очень серьезно как бы распорядился на этот счет. Поэтому вот это идолопоклонничество. Но если мы поклоняемся образу, авторитетному образу, да, который описан в шастрах, божеству, трехмерному, двухмерному, неважно, то таким образом мы поклоняемся самому Богу, не отлично. То есть божество, оно не отлично от Бога. Это особая татва. Да? Сат-чит-ананда виграха. То есть вот божество – это сат-чит-ананда виграха. А милость этого образа Бога заключается в том, что он недвижимый. Он не очало, да, он неподвижный и не говорящий. Потому что если представьте, если бы божество говорило, а мы должны служить ему, среди ночи он кричит: дай мне молока, я хочу молока. Так мы же быстро это вложили бы спать, это божество, или кому-нибудь продали его, или кому-нибудь отдали, или просто сказали: иди сам себе, ищи пропитание. Вот, поэтому алтарь — это очень хорошая вещь. Это очень хорошая вещь, потому что там, на алтаре, мы сможем освящать пищу. Это чистая пища. Чистая пища, чистый звук, чистая любовь. Сразу третий аспект, они как бы воплощаются в этой практике. Чистая пища, предлагая Господу на алтаре еду, мы освящаем ее с определенными мантрами. Мы уже не вкушаем грех, да, то, о чем мы читали уже в Бхагавад-гите как раз. Если мы поклоняемся ему, это уже чистая любовь. Начинаем как бы действовать в процессе преданного служения, бхакти, бхакти-йога. Мы начинаем развивать отношения с божеством. Да? Если это еще не божество, если это двухмерное изображение, это то же самое, неважно. Я там в ВКонтакте вам отвечу, дам полные инструкции, как это делать. Вот. И точно так же мы воспеваем, все начинается с чистого звука. Мы слушаем об играх Господа, шраванам. То есть все знание к нам входит через шраванам. Все шраванам. Шабда Браман говорится, да, то есть имя Бога не отлично от самого Бога. Когда мы повторяем имя Бога, мы не просто его повторяем, но мы его еще и слушаем. И тогда, как мы уже обсуждали это, Шабда Браман, само имя, оно очищает наше сердце от деструктивных желаний. Поэтому очень здорово, что вы так подошли очень решительно к процессу бхакти. Вот. Андрей, вы к нам присоединились, скажите, может быть, что-то еще? Или Денис еще, да? Ну, я хотел сказать, что просто я уже достаточно времени потратил на перебирание всяких вторичных учений, поэтому наконец-то я добрался до первичного. Здорово. И поэтому, конечно, я не хочу особо много времени терять, а насчет через махамантру, да, я, ну, как бы чувствую, ну, не постоянно, но я уже несколько раз чувствовал, ну, Божье присутствие. То есть я как бы чувствую, как работает эта мантра, когда, ну, ее пою. Здорово. Да, говорится, вы сказали про первичное. Есть такое утверждение в шастрах: эка шастра девакипутра гита, эка дева девакипутра эва. Эка шастра, единственный шастра, эка, единственный шастра девакипутра гита. То есть песнь девакипутры. Девакипутра — это значит сын путра, сын деваки. Это Кришна, да, Кришна Васудева. Эка дева девакипутра эва. И только один Бог — это Верховный Господь Кришна. Если кто-то, скажем, тот, кто смотрит трансляцию и, может быть, не совсем разбирается во всем этом, он может сказать: а почему? Что значит, почему Кришна Бог?
Ну, потому что есть, у меня всегда есть один аргумент. Есть одна, действительно одна Бхагавадгита, песнь Бога. Вот я не знаю, есть ли Бхагавадгита 2, Бхагавадгита 3, то есть вот каждый там Бог. Да. Есть одна Бхагавадгита, но нет другого, нет другой Бхагавадгиты. И это единственное писание, единственное произведение, где Бог говорит от первого лица, не от третьего, не от второго, а от первого лица. Не через пророков, не через евангелистов, а as it is, да, как есть, говорит сам. И при этом никто ведь не опровергает до сих пор. Да? Никто не Бхагавадгита является авторитетным писанием. Никто не может сказать, что это неправда. Никто не может сказать, что это вымысел. Никто не может не оценить даже с точки зрения литературного и философского наследия Бхагавадгиты. Это настольная книга Эйнштейна, настольная книга Толстого, настольная книга еще множество там, Нобелевских лауреатов и так далее. Поэтому вы сказали первичное, да, так оно и есть. Так оно и есть. Андрей, вы что-нибудь добавьте? Да я не смог раньше присоединиться, вот, буквально сколько, без 10. Я даже и не понял, какая глава, что сегодня обсуждали. Ага. В двух словах скажите, пожалуйста. Да, в двух словах мы продолжаем эту тему выполнения долга. И в прошлом стихе мы говорили о том, что сам Кришна говорит, что даже я, у которого нет никаких обязанностей во всех трех мирах, даже я следую долгу, дабы подать правильный пример. И в сегодняшнем стихе он говорит, и ведь если я перестану неукословно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Мы говорили как раз вот о... Мы говорили об этом феномене, да, следования, что человек всегда следует за кем-то, как правило, за лидерами. И что же уже говорить за Богом, за великой личностью? Мы дали определение Бога о том, что Бог это Бхагаван, обладатель шести достояний в полной мере. Говорится, что нет никого равного ему, нет никого того, кто превосходил бы его, нет никого равного ему. Иногда существует такое заблуждение, что есть Бог и есть дьявол. Да? Дьявол, как бы, или сатана, Люцифер, он представлен как некий противоборник Богу, да? Такое начало зла, начало добро. На самом деле, Данте в своем произведении известном, он описывает также сатану как Люцифера, да? Как, по сути дела, подчиненного Богу. Слугу, это правда, на самом деле так и есть. И у Бога не может быть противоборников. И дальше мы говорили о том, каким образом определяется вообще воплощение Бога. Да? Мы говорили о том, что неумные люди ограничивают Бога, ну так сказать, что он вот он один, и если он ушел из царства Бога, то как бы вот там никого больше нет, да, и он везде не успеет. Нет, говорится, что подобно тому, как от свечи, от одной большой свечи зажигаются другие свечи, подобно этому Господь, нисходя в этот мир, как множество аватар, образов, экспансий, инкарнаций, он остается пурным, полным, да, полным. Поэтому я вспомнился, знаете, как это пример. По-моему, Александр Хакимов его приводил. Вот если у вас есть полстакана, два стакана по полстакана, если вы доливаете из одного стакана в другой стакан, количество жидкости увеличивается или нет? Увеличивается. Значит, вода не смешивается. Ну, в том смысле, что она не становится тем же самым образом. Это вот в ответ на теорию Майявады, что ну, как бы все едино, да? Все едино, все есть Бог и так далее. И они приводят пример воды как раз, да, что вода, она смешивается с водой, то есть в каком-то кувшине она имеет форму, да, в каком-то кувшине она имеет форму, но если ее слить куда-то там в более большой сосуд, то, соответственно, форма, то есть она как бы растворится, но она не растворится, потому что объем воды увеличится, она не растворится. Более того, если мы под микроскопом рассмотрим вот эти структуры, мы увидим, что она очень там есть индивидуальные частички, да, там множество живых существ, там множество этих самых клеточек и так далее. Но это другая уже тема. Вот мы говорили как раз о том, как определить, это вообще аватар или не аватар, это вот Бог или не Бог. И почему Кришна Бог, конкретно Кришна, почему Бог? Потому что он проявил все шесть достояний в полной мере. И также мы рассказали об истории, описанной в десятой песне,
о том, как Нарада Муни, он ходил по дворцам Двараки, да, он, ему было интересно, как же Кришна вот управляется 16 108 женами, да, что он делает. И он увидел, что везде он занят исполнением дармы, исполнением долга. Вот, таким образом, вот разобрали как бы пользу и последствия, последствия неследования долгу, да, в том числе и Богом, да, и действительно ли Кришна следовал долгу. Также мы сделали для затравки одно утверждение о том, что, я, вы уже, по-моему, были здесь, да, когда я сказал, что вот во время Махабхараты, во время битвы на Курукшетре, Кришна как раз допустил адхарму, казалось бы, да, он допустил адхарму. И он сказал, что все кауравы умрут в результате нарушения дхармы. Вот как это понять? То есть получается, что он подстрекал, в общем-то, нарушить дхарму некоторых пандавов, и мы об этом можем поговорить завтра. Так. И можно еще вопрос? Давайте. Просто вот я как раз уже попал на тот момент, когда начался разговор по поводу алтаря. Я хотел задать вопрос следующий. Я не помню, где, но вроде точно говорится в Священных Писаниях, что Господь говорит, что тот ближе ко мне, сейчас правильно сформирую, тот, кто поклоняется моему слуге, тот ближе мне, чем тот, кто напрямую поклоняется мне. Вот, это первый вопрос. То есть, как лучше, то есть святым или напрямую Кришне? Это первый вопрос. А второй вопрос, когда мы ставим изображение на алтарь святой личности, как вот понять, что у меня, ну, то есть я буду ему служить в уме, там, молиться, пытаться как-то выполнять его наставления. Ну, то есть, как-то вот делать так, чтобы он был счастлив. И как вот я пойму, что какие-то отношения у меня уже начали появляться. Вот, то есть начали складываться отношения с ним. Как вот я пойму, что... Ну, я примерно понял вопрос. Вы имеете в виду отношения со святой личностью или с Богом? Да, со святой личностью. То есть, как я пойму, что вот он меня слышит, что вот какая-то связь есть? Вот второй вопрос такой. Отличный вопрос. Спасибо большое за вопрос. Однажды один из учеников, который осуществлял служение поклонения на алтаре, учеников Шрилы Прабхупады, он подошел к нему и сказал: «Шрила Прабхупада, так вот, у меня такое чувство, что я иногда совершаю оскорбления при поклонении Богу. Что мне делать?» И Шрила Прабхупада, он сказал ему, что ты знаешь чего, ты не совершаешь оскорбления, ты сам одно большое оскорбление просто. Ты даже не думай о том, что ты можешь каким-то образом поклоняться Богу, у тебя нет вообще никакой квалификации. Поэтому, по большому счету, у нас нет никакой квалификации для того, чтобы поклоняться Богу. Мы делаем это от имени духовного учителя, абсолютно точно, от имени духовного учителя. Только по разрешению святого, да, по разрешению наставника, духовного учителя, мы можем начать поклонение божествам. Двухмерному изображению, да, мы можем поклоняться, особенно если это панчататва, допустим, такие изображения очень милостивые. Но если мы поклоняемся, например, Радхе Кришне, не дай бог еще Нарисимхадеву, там еще каким-то воплощением, очень могущественным воплощением Бога, то мы должны обладать, или Шилограм Шили, да, вот этот вот, или Гирирадж, мы должны обладать очень высокими качествами, очень высокой духовной квалификацией, получить разрешение или дозволение, или благословение. Потому что это не, как бы не шутки, мы не можем, ну, как бы симулировать или как бы вот, перескочить свой тот уровень. Здесь нужно видеть свой уровень, и совершая оскорбление, мы можем просто разрушить свою духовную жизнь. Поэтому мы поклоняемся на алтаре от имени святого, как вы сказали, от имени духовного учителя, от имени, если нет еще духовного учителя, от имени нашего парамгуру Шрилы Прабхупады, от имени нашего ачарьи. Мы всегда ставим и читаем молитвы, пранама, мантры именно Шриле Прабхупаде. Поэтому это очень важно понять. А второй момент, как понять вообще, доволен ли гуру, доволен ли святой, доволен ли вот эта личность, от чего имени мы поклоняемся.
Да. Ну, как бы не хочу давать какие-то конкретные определения. Говорится, что бхакти — это самое очевидное. И ответ на бхакти, он вот на эту любовь в сердце, он придет, и у вас не возникнет вопроса. Подобно тому, как вы поймете, когда вы кушаете, вы поймете, вы насытились или не насытились, вы голодные или не голодные, вы любите или вы не любите. Вот как каким-то образом Денис сказал, да, что ответ приходит, да, во время повторения мантры, да, приходит какой-то ответ. И вот то же самое ощущение у нас будет, если мы им, поклоняясь от имени святого, от имени духовного учителя, от имени Шрилы Прабхупады, поклоняемся божествам, к миру, на алтаре, делаем это с огромной искренностью, ответ будет. И ответ будет настолько очевидным, что вы скажете: «О, я понял, я понял». Как правило, я сейчас просто говорю, это может быть разные вещи. Возможно, вы увидите, знаете, даже вот есть такой вот в христианской традиции есть такой святой Сергий Радонежский, да, к нему приезжают очень многие поклониться ему там как-то, попросить его о чем-то и так далее. И есть такая книга, я сейчас не помню, «Где живут счастливые, по-моему, люди» или что такое, «Где живут счастливые люди». Там описывается одна история маленькой девочки, которая хотела сережки золотые. Вот очень сильно хотела, вот прям вот, и просила маму. А их много детей было в этой семье. И она просила маму: «Ну как? Ну вот, как, где тут взять сережки? Ну, тут на ботинки-то не хватает». Вот. И она слышала, ее родители были верующие, она слышала, что нужно ехать в Сергиев Посад, по мощам поклониться и попросить у батюшки Сергия. Вот. И она отправилась туда одна, 8 лет ей было, представляете, она где-то жила, ну, наверное, по этой дороге. Вот, отправилась туда и пришла и стала молиться Сергию, вот, преподобному, что вот так, сяк, 5-10, хочу сережки, очень хочу сережки золотые. И все, и ушла. Настолько искренне она молилась, что произошло следующее. Однажды ее мама, она ехала, ну, там, с работы куда-то, и встретила свою давнюю-давнюю подружку, вот, одноклассницу. И рассказала ей эту историю, потому что это выяснилось, что она ездила, что она вот стала просить у Сергия, Сергия, они ее, ну, не то чтобы отругали, но сказали: «Ну как же ты, ну не понимаешь, ну как же так, ну вот, ну мы же вот». Вот. И она рассказала об этом, представляешь, сама 8-летняя девочка отправилась в Сергиев Посад на электричке, долго там ехала, вот, молилась, просила Сергия. И уже нужно было выходить из электрички, и вдруг у ее подруги глаза стали расширяться, вот так расширялись, расширялись, расширялись. И она такая достает из кармана и говорит: «На, возьми, пожалуйста». Говорит: «Что это такое?» Мама смотрит: «Что это такое?» Она открывает, а там золотые серьги. Она говорит: «Нет, нет, что ты, что ты? Я вообще не за этим рассказал, я вообще не пойму». «Нет, я тебе сейчас расскажу. Я тебе говорю, возьми, я сейчас тебе объясню, в чем дело». И она рассказала свою историю. Она также приехала к Сергию Радонежскому. Ей нужно было найти какую-то работу. Она молилась Сергию. Просто интересно, да, вообще просим, о чем мы просим вообще у святых? Ну, так или иначе, даже на это отвечают святые. Представляете? Даже на это отвечают святые. И она молилась о какой-то работе, чтобы у нее была работа удобная, все, 5-10. И она сказала: я в долгу не останусь, знаете, вот такое вот чувство. Ну, как бы я, ну, что-то я пожертвую, какое-то пожертвование сделаю. И однажды у нее работа, да, работа, и она, то есть ей дали работу, она приехала к преподобному Сергию, и она, то ли она уже сразу сказала, что я что-то, в общем, смысл в том, что каким-то образом она решила здесь серьги золотые пожертвовать. И она подумала, как это сделать, ну, то есть опасность какая-то есть. И она сначала положила прям на мощи и ушла. И потом у нее в сердце как: «Нет, нет, вдруг кто-то возьмет, вдруг возьмет тот, кто кому это». И как-то раз-раз назад опять забрала, и все, и так поехала. И едет, и она мучается, она от того, что вот, ну как же, я же обещала пожертвовать Сергию преподобному. Но, наверное, вот Сергий, да, Сергей, Сергию, Сергий, да, как-то, ну не знаю, как так сложилось, очень интересно. И она говорит: «Ну как же так, зачем я забрала? Ну хорошо, надо подумать, может быть, просто я пожертвую батюшке деньги или еще что-то. И я встречаю тебя, и ты мне рассказываешь эту историю. Теперь я точно знаю, что Сергий, преподобный Сергий, я должна дать их». Вот, то есть было две просьбы, понимаете, да, такой ответ. То есть коммуникация произошла через преподобного Сергия. Такая же история была
Похожая история была со Шрилой Прабхупадой. К одному из его учеников, уже сейчас он действующий такой саньяси, Джипатака с вами, у него более 50 тысяч учеников. К нему пришла супружеская пара и сказала: «Махарадж, у нас нет ребенка, мы хотим очень сильно, у нас нет уже долгие-долгие годы, мы что только не делали, какие яги не проводили, кому только не молились, благословите, пожалуйста». Джипатака с вами сказал: «Не знаю, я саньяси, я как бы не домохозяин, я не знаю вообще, как это делается, что я могу вам благословить». Он говорит: «Ну, я знаю, кто вам поможет. Пойдемте со мной». И он привел их в храм к Шриле Прабхупаде, к мурте Шрилы Прабхупады. И стал молиться, и сказал: «Поклонитесь, пожалуйста, попросите, вот это мой духовный учитель, вот он могущественный, он самый могущественный, он сможет вам помочь». И вот они помолились, поклонились, и через 9 месяцев у них родился ребенок. Поэтому святые дают ответ, они дадут ответ. Точно, абсолютно, и вы о нем узнаете. А когда узнаете, обязательно расскажите нам. Итак, мы уже немножко перебрали, можем оставить на завтра что-то еще, да, беседу. Я прочту стих, сейчас. Прочту стих, который завтра, как бы анонс. Приходите завтра на утренний Бхагаватам, сюда же в чат, я буду давать лекцию завтра по Бхагаватам. Очень интересная тема, будем обсуждать стих 1.8.5. Как раз о защите детей, о защите женщин, о защите коров, о защите брахманов и так далее. Завтрашний стих по Бхагавадгите. Завтрашний стих, но завтра буду не я давать. Завтра лекция даст Джива Госвами Прабу. Это очень замечательный вайшнав. Вот. И лекция будет воскресная лекция, она всегда в 3 часа, как бы воскресная программа. Возможно, до лекции будет киртан, тоже в такой как бы виртуальном пространстве. Мы, может быть, если удастся, сделаем трансляцию из храма. Мы сделаем киртан, а потом в 3 часа, может быть, с часу будет киртан, а в 3 часа будет лекция. Так что приходите в Zoom тоже, будет трансляция. И завтрашний стих. Если бы я не выполнял своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Здесь дальше расшифровывает Кришна. Я стал бы причиной появления на свет нежелательного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. Фактически мы эту тему сегодня разбирали, и завтра посмотрите иной взгляд, да, тоже на этот стих. Как раз здесь будет говориться о Варна Санкаре и о том, что вообще, к чему бы это привело. Грантарат Шримад Бхагават Гита Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Всего доброго. До новых встреч. Ну а с вами мы тогда сможем встретиться уже в понедельник, также в 6 часов на Бхагавадгите. Вот поэтому. До свидания. Все, до встречи. Всего доброго, Харе Кришна.